Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Эльза. На сегодня опять вьюнок. Сижу на новой точке 90-103. Не могу ее не показать. Сижу. Тут, ну, чуть больше часа получается. Час 7 минут. Вот я зашел. Такой вот садочек интересный. Сейчас выключу чужую демонстрацию, чтобы вам не было слышно звука. Если вы его сейчас услышали, то что кто-то клацает инвентарь. Из интересного получается, ну что, белоглазка, давайте так по рыбе. Один голавлик был залетный, густера, две дрейсены, ёрш. На сариков довольно-таки нормально, за вот эту ночь вообще бодро зашло тут. Получается 5 штук за эту ночь. Лещ, окунь, перловица более-менее нормально. И я закрыл тут трофейного пискаря, он у меня не был закрыт, вот полчаса назад. Под вечер, так сказать, я его закрыл. Плотва, подуст, рак один зашел. Залетный, синец, уклейка и ясь. Вот такие вот рыбины клюют. Что-то подсело на третью удочку. А это подсел пискарь молодой. 24 грамма. Можно будет потом сделать из него живца и пойти какую-нибудь интересную рыбу искать. Но это не точно. По сборкам все так же, как и всегда. Как обычно, 20-й крошечный навозный червь. На 1.24 получается, на 2.20. Вот тут вот тоже 20 стоит. И поводок, и без поводка. Ну, как вариант, закрыть пискаря на этой точке реально. Еще раз, 90-103, это квадрат у нас Е5. Получается, клипса 10. 10 метров клипса. Вот тут вот с базы там он вышли. Вон уже домики видно. И вот так по дорожке, и все, и пришли сюда. Еще посижу, наверное. Попробую еще что-нибудь поймать. Надеюсь, я вообще на, конечно, на сыря трофейного, но что-то пока как-то не хочет он клевать. Перешел я немного на другую точку, соседнюю с ней. Стал на мостик. Квадрат этот же, получается, 87-103. Клипса также от 8 до 10. Единственное, на эту удочку поставил леску 008 Invisible. И сейчас закрыл трофея только что на нее. Создали турик. Точнее, какой-то парень создал, рекламил его в чате, и я зашел в него. Вот. Ну, тут на максимальное количество постов, неважно, там трофей или нет. Вот, ну, посижу, посмотрю, как будет клевать здесь. Здесь клев не такой частый, возможно, насряд не будет. Ну, тут чисто много пискарей лезет. Вот, получается, где-то вот, вот отсюда вот я пришел сюда, тут много пискарей. Не, нет, вот, вот отсюда я пришел сюда, вот, да. Вот две строчки получается. Елец, пискарь, насряд здесь, наверное, я думаю, ну, я не поймаю. Но все же попробую посидеть. Посмотрю, что будет. Вот опять уже поклевка. И, кстати, дрейсена. А, нет, перловится на 77. Ну, довольно-таки хорошо. В принципе, здесь поговаривают, можно закрыть и какого-нибудь ракообразного. По типу дрейсена или перловица. Я когда тут ловил на мах недотрофную, на 7-метровую камму. Да, вот под остров кидал прям далеко. И когда тащила по течению, плавок у меня не стоял, его волочило по дну, я как-то подцепил очень жирную перловицу. Но это было давно. Итак, настало утро, за ночь, получается, был вообще один только насаренный, 59 грамм. По садку 127 рыб, но тут вот эти рыбы не считаются. Это тут тухляк, давайте сбегаем до кафе, посмотрим, что вышло. Нет, что-то клюет. Давайте вытащим рыбу. Так, ага, третья удочка. Копнем, кстати, наживки. Пиявки нету, к сожалению. Но на третью удочку что-то... А, тут даже он... Ой, на все три сразу подергивает. Ничего себе. Так, и что у нас? Тут у нас... Что, господи, это... Белоглазка. Белоглазка. Это вообще как-то гнет. Окунь. Ну, пошел хлам уже утром, все, хлам уже идет, окунь. И на третью удочку. И на третью удочку у нас... ты кто? Пискарь трофейный, да? Нет, нет, не трофейный, 63 грамма, хороший пискарь. По турику я ушел с той точки, там хорошо клевал пискарь, вот парень там стоит у нас. У него 22, вот он с мостика стоит, вот, вот, вот. У него прям хорошо клюет пискарь, поэтому, если что, пискарь там клюет получше все-таки на второй точке. Сейчас продадим, добегу до кафе и посмотрим.
Так, собственно, добежал я до кафе. Давайте сначала глянем кафе. Так, дрисену могу я сдать. Самую худую 20 монет с копейками. Так, по массе 1, 2, 3, 4, 5, 18 монет. И 2 ерша по массе. Так, ну 40, 38, 9, 46 монет, грубо говоря. Так, и давайте глянем, что у нас тут выходит. По белоглазке 23 монеты, 2 голавлика тут. Стира. Дрисен. Дрисен вышла на 21. Яйцы тут залетные, ерши немного. Так, по носарику давайте эти по массе сортировать. Носари на 75 вообще не так уж и много. Лещи тут окуней довольно-таки много. Кстати, было и почти все вообще незачетные. Перловец. Перловец вообще, кстати, нифига не стоит. Хотя, ну, разработчикам стоилось бы задуматься на эту тему, потому что, ну, блин, перловец на 77 грамм, которая зачетная, стоит меньше монеты. 90 грамм, 2 монеты, ну... Но я на самом деле не знаю, дрисена то же самое. Стоит, конечно, подороже, да. Может, она клюет, как бы, потому что пореже. Но даже для перловиц это, ну, такой специфический, как бы, да, вид ракообразного. Она должна стоить в любом случае больше. По пескарям с трофеями 65, плотва, подуст, рак речной, два незачетных. Синец. Синец, кстати, бодро стоит уклейка и один ясь. И все вместе это 273. И 46 у нас было кафе, получается. Это у нас где-то сколько? 320 монет. Ну, точка, естественно, не про фарм, про закрытие трофея. Да, пришли, закрыли быстро и ушли. Фармить на эти точки, естественно, не стоит, потому что я там просидел порядком 2 часов. На этих двух, скажем так, точках клевать, да, клюет. Закрыть пискаря, пожалуйста. Носаря высидеть, ну, можно, но чисто на удачу, потому что за эту ночь был один носарь, за прошлую было 5, и как-то так. Так что приходите, пользуйтесь точкой, всем не хватает чешуи и синего пискаря вам в садок.